вообще умер, мы все умрем, дело не в этом. Кино живо и будет жить, если это хорошее кино. Вам решать, может, и не вам. В любом случае, Хармс бессмертен. Наше участие в этом деле заключается не в том, что мы в этом участвовали, а то, что вообще мы согласны. Хотелось бы дать слово одному человеку, это самому Хармсу. Как вас зовут? Левачев Хармс. Данил Иванович. Здравствуйте, Данил Иванович! Стихи ваши и пьеса мне очень понравилась, я хотел с вами познакомиться. Наши 100 лет Хармса – это в огромной степени заслуга Владимира Голова. Он кастинг директор, и мы как-то очень неформально ко всему подошли и собрали. У нас много не актеров, кто играет в Хармсе, и вот все они смешные. Они все, они очень, они интересные все. Ты быстро? Да, я быстро. Но я застенчив. Ну, я делал документальное кино до этого. Как-то моя жизнь сложилась так, что, значит, я учился у Алексея Юрьевича Германа, но так у меня жизнь сложилась, что я делал документальное кино, и вот это мой дебют. И я очень полюбил Петербург, и могу сказать, что, в общем-то, Петербург ответил взаимностью. Так что у меня вот сейчас уже следующий проект в Петербурге. И эти люди, они сделали фильм. То есть не только мы все вместе сделали кино, понимаете? То есть у нас много было всяких трудностей, препятствий, но могу сказать одно, что победила дружба. Я Ивачев Хармс, сам родился из Икры. Тут даже чуть не вышло печальное недоразумение. Зашел поздравить дядя. Это было как раз после Нереста. Он намазал меня на бутерброд и уже налил рюмку водки. То, что мы вот здесь, самая скромная часть участников этого проекта, я бы назвал, участвовали, это хорошо. Их немало нас, абсурдных, галактичных и великолепно думающих о том, что жизни как соль, сладка. Хорошо, Войтек, скажи хоть какой-то смысл, в этом есть бессмысленности? Наши произведения не могут быть напечатаны в нашем издательстве. Я хочу поблагодарить тоже всю команду, без которой не получился бы этот фильм. И хочу сказать, у нас была премьера в Шанхае, и в каком-то смысле проще было стоять перед китайцами, чем здесь сегодня. Желаю, надеюсь, что вы получите удовольствие. Желаю удачного просмотра.